Доброе утро еще раз, Красноярск, студия. Ну, а мы переместились в студию, где мы будем сегодня учиться рисовать. Так как я не умею рисовать ничего, кроме всяких черточек, сердечек и сердечек, сегодня вот меня уверили, что научат рисовать за каких-то 5 минут. Вот рядом со мной сейчас, вернее, передо мной сидит тренер по правополушарному рисованию, да, Оксана Лукьянцева, которая вот взялась за это нелегкое дело научить меня рисовать. Дорогие друзья, это за 10 лет обучения в школе не удавалось ни одному из моих 3 учителей по ИЗО. Вот так вот. Такая вот у вас сегодня сложная задача, Оксана. Давайте приступим. Что такое, вот как вы меня научите, по какому вот тренингу или что? Мы вас будем учить по системе правополушарного рисования. Она позволяет в первую очередь с точки зрения психологии раскрыть ваш творческий потенциал, убрать страх перед творчеством. В принципе, у человека, который никогда не рисовал, не творил. Также у людей, которые боятся самостоятельно это делать, привыкли просто срисовывать. Вот. Помимо этого, мы на нашем тренинге показываем способы переключения именно в режим правополушарного мышления. Это он, естественно, отличается от левого, потому что в левом у нас находится рациум, вербальность, логика, какие-то вот процессы мышления такие очень длительные, скажем так, знаковые. А в правом же находятся у нас эмоции, образность, воображение, интуиция. И наши техники, наши способы рисования, они именно отправляют туда и показывают, как можно за 5 минут, не задумываясь, не заморачиваясь, просто взять и самостоятельно, самое главное, нарисовать целую картину. Собственно, поэтому мы используем вот такой маленький формат, потому что в течение тренинга мы успеваем целых 10 картин, даже больше отрисовать. И вот как раз такие листочки, они нам помогают все это успеть. Что мы сегодня будем рисовать? А давайте-ка мы с вами сегодня нарисуем настоящий морской пейзаж. Для этого нам понадобится большая кисть. Мы нырнем в белый цвет. И весь лист быстренько замажем белым. Господи, как заморочить. Да. И у меня здесь вот тоже подложили, да, вот это вот беленькое, для того, чтобы я... Да, мы называем ее пеленочкой, для того, чтобы ее вморать, она специально тут существует. Мы выходим за границы, вот так вот все это в удовольствие размазываем. Мантра такого рисования является «мне пофигу, что получится, мне нравится». Мазать. Оксана, скажите, вот эти вот все картины, они тоже нарисованы за очень краткие сроки? Вот, тоже все эти картины мы представляем на наших мастер-классах и учим их рисовать за 3 часа. То есть через 3-4 часа человек выходит с готовой картиной. Я очень надеюсь, что не 3 часа, но хотя бы минут 20, и я тоже сейчас создам какой-нибудь шедевр. Студия, вам слово.